В аквапарке в Перово все в порядке. Роспотребнадзор там проверил соблюдение мер профилактики COVID-19. Никаких нарушений в развлекательном центре инспекторам найти не удалось. По результатам обследования было установлено, что администрации развлекательного центра осуществляются все меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, а именно осуществляется термометрия посетителей аквапарка, контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, за соблюдением социального дистанцирования, дезинфекционные мероприятия проводятся в полном объеме. Ежедневно инспекторы проверяют, как соблюдаются антиковидные меры в торговых центрах, театрах и кинозалах.